кемпинговый стол от компании Nature Hike, модель Aluminum Mini Folding Table. Собственно, маленький складной алюминиевый стол. Вес комплекта 460 грамм. Стол поставляется в чехле из хлопка. Приятно выглядит и приятный на ощупь. Также этот чехол можно использовать как прихватку во время приготовления пищи. Приходит стол в упаковке из полиэтилена для того, чтобы не царапалась столешница. Внутри находятся ножки в отдельном кармане и инструкция для сборки. Вставляем концевики ножек в трубку, делаем это с обеих сторон и потом последовательно подтягиваем на себя центральную часть ножки и фиксируем в пазах. Столик сделан в классическом японском стиле. Такие столики были популярны у компании Snowpeak. Их много разных фирм выпускает. Вот Nature Hike сделала свой вариант. Отличается он приятно тем, что здесь есть бортик и дополнительные ребра жесткости внутри. Соответственно, столик действительно прочный. Весит он 460 грамм, а размер примерно 25 на 35. Плюсом алюминиевого стола является то, что на нем можно спокойно готовить на горелке, ни при каких обстоятельствах вы его не прожжете. Также поверхность шершавая, алюминий анодированный, соответственно, будет выдерживать высокую температуру, и по нему не будет скользить ни горелка, ни посуда. Такой столик удобно взять с собой в поход, в том числе и продолжительный, не займет много места, но зато доставит много удовольствия во время приготовления пищи. В общем, выбирайтесь чаще на природу, делайте это с комфортом, берите с собой правильное снаряжение, а за обновкой приходите к нам на Сайкино 4.